В общем, такие Пасхи, ребята, готовим. Да. Скоро будем есть. Всех, как говорится, с праздником. Какой там праздник и когда он? Воскресенье. Пасха? И будет скоро у всех по пасочке, так сказать. Ты изюм? Да. Дай мне спичку. А так пробуют, готовы или не готовы. Тыкают спичкой. Это... Если влажное, то... Оп-оп. Ну, что, влажное? Не влажное, я не вижу ничего. Ай, я не знаю. Влажное? Фокус не наводится. А? Ай. Фокус не наводится. Блин, не могу. А. В общем, ребята, снять не могу. Посмотреть, важно, не важно. Ну, в общем, вроде нормально, не знаю. В общем, снимаем пасочки. Сейчас будем готовить. Точнее, пробовать. Да какую накрасить? Внучок голодный, кушать хочет. А ну, тыкани вот эту. Кого? Большую, тыкани, пей спичку. Опа. И чего? Сильнее. И чего? Не мокрая? Да я что, знаю. Да вроде нормально. Вроде пустая внутри. Ну, она... Как будто пустотелая внутри. Пустотелая? Ну, будто. Снимаю. Так, куда мне снимать? А ну, положи мне на видоску, чтобы я поснимала. Мне место, что это поставить. Это тяжело. Доску. Положи. Я не дойду. Ложись сюда. А ну, подожди, удержишь ты? А я не знаю, тяжело. Давай, я не смотри. Все? Вот это что такое? Сюда можно? А? Сюда можно что такое? Туда нет, не. То паски или что? Да. Ну ладно. Сейчас я удобнее возьму. А вот подходят с ними. Что вот эти подходят. Маленькие такие. А самое интересное, что это мне спаивают, короче, в общем. Там водка внутри Пасхи. Водку не ложила этот раз. Все, без водки. Теперь не спаивайте. Всю жизнь спаивали, в общем. В Пасху добавляли водку. А, ну, Саша, а сейчас перестали. А? Ты взялся за это? Иди отсюда. Ой, все. Я теперь попек буду. Руку взялся такой. Яички всякие были. Я не знаю. Так, большие. Закладываем. В духовку новые. Опа. А не стало там наверху. Кого наверху? Там у Наташи вылазит. Подавай мне. И ту большую. Давай. Держи. Так, вот это тоже там вылазит. Да? Ой. Вылазит. Нет, другие. А, вот одна еще. Еще одна, да. С телефоном неудобно. Так, все, нету. Киса, киса. Киса. Пирог, Саша. Киса, киса. Киса, киса. Саша, пирог с маком. Какой пирог? Смотри, глянь. Мак внутри будет. Киса, киса, пирог там с маком. Мак внутри, а наверх паска будет. Паски, пироги, котики, Маруся. Киса, киса. Когда в гости захожу, хоть телевизор нахожу. То все говорят там пропаганда, не пропаганда, Фобик, он даже телевизор есть. Ну, это когда в гости захожу. Так, и теперь мастер-класс показываем, как... Их переворачивать, вытаскивать с посуды и все в этом духе. Такие хоп-хоп-хоп-хоп. И сами выходят. Главное немножко бумаги. Одно подгорело. Ну блин. Одно подгорело. Бумаги по бокам засунули и вроде не пригорает кастрюлькам всяким. И легко просто вытащилось и все. И так с каждой пасочкой. Сейчас скажу, будем украшать. Ну украшать то само собой. В этих пасках, в отличие от магазинных или еще каких-то других, постоянно много сахара. Ну, невкусные, а если в магазине, то они невкусные, и сахара-то мало. Поэтому а такая... Такая вот особенность пасок. И так чисто всю жизнь меня спаивали, там сколько там водки добавляли в пасхи, а я даже не знал. Оказывается, видишь, какая красивая. А оказывается, я алкоголик со стажем, попивая видишь, водку... В сухом виде, в виде пасох.
Да, киса? Киса, киса. Ты мне кису принесешь мою. Киса. Киса твоя на улице. Так забери ее сюда. Она гуляет. Не надо мне гулять. Малыша могу Видишь, позвать. Гулять? Малыша позвать? Мне малыша не надо, мне Стива. У нас кота побили. А, нельзя их ложить. Надо только, чтобы вот так лежали они. Чё? Вот. Чё? Вот они тогда будут высокие. А если сейчас посадить, они будут, это... Ну, они ладно. Горячие. И если их поставить стоя, они будут низкие. Не будут высокие такие. Ну, ладно. Понял? Как говорится, уроки от шеф-повара. Это такая смуглая. Ничего, я ее украшу. У меня красивая, поукрашивается. И смуглая только с одной стороны, с другой еще более-менее нормально вроде. Тут уже тень падает. В общем, пол Пасхи плюс-минус светлее, а те более темные. Ничего, а муж Вера будет украшаться сейчас. Хай. Прилипла? Да. Прилипла. Ну. Должна же была одна кома быть. О, а не снялась. А где фольга? А чьи, это бумага? А? А где бумага, это пергамент? Там, поднесу. Вот так они должны полежать. Сейчас они остынут, потом я их подниму наверх. И буду украшать. Ага. Какую тебе давать? Не знаю, любую. Какую хочешь. Давай я украшу, ты принесу, придешь потом. Да ничего не украшать не надо, дайте мне так и все. Ну, давай. Или сколько их украшать? Давайте сразу украсим тогда и все. Ну так надо сбить яйцо. Ну давайте сбивать яйцо. Ну давай сейчас. В общем, сейчас будем взбивать белок сахаром, наверх мазать, всякую там штуку кидать. Да, и будет красивая Пасха потом. Красивая, да. А еще у нас сегодня кота побили. Он кота? Какой-то замученный, опухший, глаза слезятся там у него. И все в этом духе. У нас котов 5 вроде. И одного кота как раз вот побили, он какой-то такой побитый. Вот так вот. Коты. Как говорится, война войной, а там еще коты дерутся параллельно. Они между собой дерутся. Угу. Поэтому война не только у людей, но и у котов. Так, а у нас там это, чтобы не сбивать. Надо в общем, сбиваем. А вот украшать будем, глянь как. Украшать. Две штуками украшаем. Не горошками, это естественно. Конфеты. Конфеты. А всякие блестяшки. В общем, добавляем белок. Давай. Чисто белок в банке. Я собью теперь его. Сейчас, подожди. Потом положим. Опа. Маленько теперь надо. Показать, что у нас получилось. Вот. Смотри. Вот что у нас. Че, густое такое? Да, такое густое. Видно тебе? Сейчас будем намазывать сейчас. Ложку? Или на тарелку, куда мне положить это, чтобы я не... Я не знаю. Я сама, если покажешь. И куда мне положить вот эту штуку? Тарелку давай. Ну, ща. А? Ща. Какую штуку? А, вот эту? Да, чтоб не капало. Давай ща. Тарелку. Ну, ложку держи. Ну, куда? Какую? Надо вот это. Немножко. Какую брать? Какую хочешь. Только я не знаю. Вот это надо немножко обрезать. Вон она это. Темная? Да. Она, знаешь, ну, это ножик тупой. Пока не снимай, дай мне тарелку и дай мне нож. Сейчас. Что-то одна припеклась, видишь? Дай мне тарелку, куда мне сыпать это?
Ну, важно, кофе. Пригорела одна. Тебе нормально это? Так, теперь куда, давай, тарелку куда тебе поставить? Я ее смажу, посмотришь. Вот это мы берем. Куча гари. Смотрю. Ложку взяли, такие хоп-хоп-хоп. И красоту наводим ей. Одеваем ей платье нарядное. Чик швет. Ничего себе. У кого... С чем какие ассоциации? Если кто-то... Если кто-то готовит паски, у кого с чем какие ассоциации? Ну что, паски похожи, когда их смазывают так? У нас тут с цукатами, с изюмом паска. С цукатами? Да. Вот цукаты. Где ты делал? Давай пачка. Я пока положу тебе все. Нож есть? Открыть. Ну. Цукаты, то положим. Вот это цукаты называется. Что такое? Ляпочки. Вот это цукаты. А ну попробуй, это конфеты. Мармеладки? На, попробуй. Это конфеты. Мне кажется, это да. Мармеладки. Это вот, кушай, это конфеты. Вот. Глянь, какая красота. Так, а теперь положим вот этого, положим. На вкус он съел один, как ананас или киви. Да, или да. Вот это, да, где киви, где ананас. Все. Снял? Сейчас бокал сделаем. Вот так сделай. О. Ну, чуть выше вот так вот. О, какая красота, да? Красиво? Да все, хватит уже. Только как-то вот, не знаю, как-то вот так еще раз. Попробуйте. Как? Боком тебе поставить? Не, вот так вот. Не, не паску, просто палец вверх так. Во, здорово. О. Не, так палец вверх надо. Все. Так и сюда смотрите. Опа. Да не надо, я такая не пошла. Да. Все, нормально сделать. Все. Ну сделайте вот так вот, просто палец вверх, вот так, папа. Давай. Все, порядок. На, лучок. Лучку, подгончик. Да, то пусть остынет. Паска такая. Остынет, потом режь. Хоп-хоп-хоп. Понял? Котики, котики. Котики и паски. Ой. Только смотри, у меня этого сила запусти сначала. Сейчас запущу котика. В общем, кому паски нравятся, лайки поставили. Что-нибудь в комментариях написали. Ну и в комментариях. А завтра утром сними и приди, тут их много будет. Пойдешь, снимешь. Посмотрим. Ты вон можешь духовку вытащить и посмотри, там вторая партия. Вторая партия. Оно потихоньку готовое, готовая она. Так мы только поставили. Нет? А, вот они уже почти готовы. Вытаскивай. А что они так быстро готовятся? Да. А ты вытащи немножко их, чтобы видно было. Тебе отвешь, не видно. Я сейчас палец, тряпка. Пальцы обколю. На, на, подожди, а где тряпка? Где мы тряпку били? Вон она. Вытащи, покажи, что вторая партия. Мы штука их ставили. Они уже приготовились. Так они уже почти черные. Да, ну, почти. А это вообще падает кусок. Какая? Ну, тут паска, в общем, в центре. Она вон до низа спустилась. Верхушка здесь. Ай, блин, ай, ой. Я уже опёкся. В общем, до низа спустилась туда паска центральная. Неплохо видно. Ну, в общем, поверьте на слово. Это центровая пасха спустилась до низа в банке с горошка. Еще две пачки. Ай. Надо на три яйца уложить. Ну. Надо, я пока не взбиваю, потому что надо, чтобы остыли они. Горячие. Иди мне кота принеси, а потом будешь это. Че? Ну что, красивая эта пасха? Угу. Пока остынет, потом режь. Большим ножом режь.
В общем, котика нашел, кому что-то такое интересно было, можете лягушу поставить. Да и котику привет передать, так сказать. С вами был Фобик. Ур-р-р. Готовимся к Пасхе. Так, достали еще партию. Вот еще пасочки делаются. И вот то самое, за которое я говорил. Еще тесто вырезало. И вот как-то оно так вот. Потекло. Ну, вроде как все. А ну скажите, зрители, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так ставьте вот. Лайки, лайки моему внуку и подписывайтесь на канал. Вот так вот. Слышали, да. Что сказали? Лайкуши ставим, подписываемся. Вот. И увидимся где-то потом. Вот. Я снял. Ну, вот снимаю. Ну, типа Пасхи. Хоп-хоп-хоп. Угу.